Между Белгородом и Москвой назначены дополнительные поезда. С 12 по 16 августа рейс номер 220 отправляется ежедневно из Белгорода в 1:36 ночи с прибытием в Москву в 16:43. Также до 30 августа увеличена составность с 5 до 10 вагонов «Ласточки» номер 742. Билеты на дополнительные поезда из Белгорода в продаже. Цены на них фиксированные.